Добрый день, дорогие мои зрители. Сейчас обеденный перерыв, и я хочу о грустном рассказать. То, что меня просто расстроило на несколько дней, выбило из колеи. Я являюсь еще участником Ютуба, зрителем, и ну, тоже у меня там канал есть. Ну и как зритель, я активный зритель. Обычно я люблю интересные каналы смотреть. Один из них — «Парк Тайган». Там несколько каналов посвящено. Это парк сафари животных в Крыму. Очень известный парк. Там блогер ведет. В общем, я начала уже года 2 или 3 назад вести, смотреть. Обезьянка Люсечка, там Люська обезьянка была. Ее Леокадия спасла. Леокадия — это управляющая. Спасла эту обезьянку и принесла. В общем, ее кормили из ложечки молочком. Она выросла. Потом появилась еще одна обезьянка, отказница, то есть, которая, ну, родители бросают, не хотят кормить у животных. И, в общем, ну, в парке много дел разных, не только приемышей кормить, ну, там много-много разных дел, огромный парк. И там мы даже знали некоторых животных, часто их показывали, и персонал, замечательная сотрудница там была, Леокадия, ей, я так поняла, 41 год, вот слушала биографию. Она такая добрая, она многих выкормила, львят, тигрят, сотни выкормила. И у них там львы прям почти как ручные в Тайгане. Но в связи с тем, что была эвакуация вот этих вот мариупольского зоопарка, там голодовали, и еще разных из мест военных действий, прибыли другие львы. И вот эта замечательная женщина, Леокадия, она кормила, она убирала вольер вот на той неделе, ну, наверное, четверг был это, или пятница где-то так. Убирала вольер и якобы забыла закрыть засов, где в домике должны быть львы. И они, уже уборка завершалась, в общем, они ее растерзали насмерть. Погибла Леокадия, светлый человек, светлая ей память. И вот грустно все как-то, очень грустно. Это такая добрая женщина. Может быть, вы знаете, может быть, напишите свои мнения по этому поводу, по поводу Тайгана. В общем, хорошая, добрая женщина, царство небесное ей. Такая смерть. Она красивая женщина, добрая. Постоянно она вот в работе была. В заботе. И вот так случилось. И даже клетки убирала. И вот так вот погиб человек. Ужасно.